відзначається сьогодні Всесвітній день пам'яті жертв СНІДу. 13-й Велодень об'єднав близько 15 тисяч велосипедистів. Сімейна спортивна естафета, дружня родина, єдина країна. Кримські поліцейські взяли під контроль межу з півостровом. Патріот у Харкові покращують воєнно-спортивну підготовку старшокласників. Слобожанські вечорниці – новий вид дозвілля харків'ян. Свято фарб «Холі Парк 2018». Полтава на один день перетворилася на місто музикантів. Подробиці далі у сюжетах. Приємного перегляду! Щорічно, кожну третю неділю травня у всьому світі згадують людей, які померли від СНІДу. Згідно з статистикою Всесвітньої асоціації охорони здоров'я, на планеті живе близько 42 мільйонів людей, інфікованих вірусом імунодефіциту ВІЛ. І кожен день ця цифра збільшується приблизно на 15 тисяч. ВІЧ-інфекція – це заболівання, яке викликається вірусом імунодефіциту чоловіка. В процесі цієї болезні вірус угнетает иммунный ответ пациента, что приводит к развитию различных заболеваний. На начальной стадии у пациента даже несколько лет может вообще отсутствовать какие-либо проявления. Стандартными или классическими проявлениями, которые должны насторожить пациента, это наличие повышения температуры беспричинное, увеличение лимфоузлов, нарушение работы пищеварительного тракта, частые простудные заболевания или другие рецидивирующие воспалительные заболевания. Щоб вчасно розпізнати вірус, потрібно звернутися до лікаря-інфекціоніста і здати кров. Результат аналізу буде відомий через 2 дні. Ми рекомендуємо обратитися через 2 дні. Чому? Тому що якщо на завтра піде первично позитивний результат, ми його обов'язані повторити ще раз в збереження случайної по тест-системе контаминации. Поэтому мы через 2 дня ориентируем человека, что он может прийти забрать свой результат. Можно сдавать по паспорту, если это нужно для справок или для сертификатов. І будь-який чоловік може прийти нам здати анонімну кров. В Україні та й в усьому світі триває активна боротьба з ВІЛ-інфекцією. Боротьба, яку ведуть лікарі і самі пацієнти. Сьогодні досить ефективно контролюють вірус за допомогою препаратів. Медицина навчилась це робити так, що рівень життя практично не відрізняється від життя здорової людини. Зараз немає такого відношення у медиків до ВІЧ-інфекції, що це чума 20-го віку і так далі, як це було раніше. Це звичайне хронічне захворювання, да? Тобто інфекційне хронічне захворювання. И есть возможность помочь таким людям, причем бесплатно для этих людей. Мы обеспечены полностью препаратами для специфического лечения. Да, они не излечивают ВИЧ-инфекцию, пока нет препаратов, которые излечивают полностью. Но они предотвращают размножение вируса. Иммунная система человека восстанавливается до уровня фактически нормально. Человек живет полноценной жизнью. Женщины рожают абсолютно здоровых деток. И продолжительность жизни, и качество жизни такое же, как у обычной популяции людей, которые не являются носителями ВІЧ-інфекції. ВІЛ не вирок. Навіть якщо пацієнт дізнається свій позитивний статус, ця важлива інформація допоможе впоратись з недугом і вести повноцінне життя. У першій столиці пройшов 13-й Велодень. Близько 15 тисяч велосипедистів взяли участь у традиційному велопараді і флешмобі. Тож, як проходило спортивне свято, дивіться у сюжеті. Традиционно в этот день собираются все представители власти, громада и спортсмены профессиональные для того, чтобы все вместе пройти этот велопробег, который уже в 13-й раз проходит в Харькове. Делаем все для того, чтобы популяризировать спорт собственным примером. Сегодня тысячи харьковчан будут вместе проезжаться по улицам города Харькова. Это в первую очередь нас сплотит, будет делать нас дружнее и, безусловно, будет делать все для того, чтобы в Харькове спорт развивался. Мы своими рекордами, своим желанием, своей общей харьковской семьей поставим новый мировой рекорд и сделаем такой флешмоб, который будет видеть весь мир, что харьковчане могут делать все даже на Марсе. Поэтому я желаю вам
хорошего пути, хорошей дороги, хорошего настроения, здоровья, счастья, мирного неба над головой. Друзья, из более 100 предложений выбрали 10 лучших. За основу взята одна, которую действительно возможно реализовать. Мы хотим на сцену пригласить человека, идея которой стала победной. И это... Вероника Горчакова! Идея велозапуск по-харьковски. И Вероника получает этот велосипед. Можно громче поаплодировать. Велозапуск по-харьковски. Велосипед. 13-й у нас сегодня велодень, будет намного больше людей. Погода никак не повлияла, то что прогнозы передавали дожди, на людей не повлияли. Все здесь. Новый флешмоб, еще более массовый, еще более интересный. Такого Харьков еще не видел, такого Украина еще не видела. Это будет круто. Шестой год подряд. Образ у нас всегда добрый. Велодень – хороший день. Собирается много велосипедистов. Все дружно, весело отмечаем этот праздник. Ребята, покупайте велосипеды и в путь. Каждый год участвую, нравится, позитивные люди, встречают что-то новое, интересное для себя показать. Здоровый образ жизни. Нравится, могу поехать туда, куда на машине не доеду. Природа, ближе к природе. Едешь по лесам, горам. Классно, адреналин, ощущения получаешь. Участвовать я начала, как только появился велосипед, в 2013 году. Всегда было весело, и я только села на велосипед, это другая энергетика, это вот стало как моим образом жизни. Я постоянно катаюсь, путешествую, езжу на работу. А велодень – это такой праздник, когда собираются все, вот, и твои общие знакомые, какие-то старые знакомые. Движение, общение – это всегда встреча каких-то новых, интересных людей. Это уже третье мероприятие отборочное, которое проводит организация «Схидный корпус». Это семейные эстафеты под названием «Дружна родина, єдина країна». Сегодня мы проводим мероприятие в Парке Победы на Салтовке. У нас, опять же, очень много гостей, очень много семей, очень много желающих поучаствовать. У нас 6 локаций. Дети прыгают, бегают, радуются вместе с родителями. Спортивный дух. Сегодня у нас участвуют порядка 15 команд. То есть и вот и 10 из них – это те команды, которые попадут в финал. Мы участвовали в очень увлекательных конкурсах спортивных. Детям, как и папе, очень понравились. Мы дали металлю тарелку. Сегодня представлено 6 локаций. Это попадание мяча в сетку, игра в баскетбол, попадание мяча в кольцо, раскручивание обруча, прыжки в мешках и эстафеты. На прошлых соревнованиях у нас поддержка извне даже была. Люди, которые по сторонам стояли, они начали поддерживать семьи. Но это было все позитивно, это было все красиво.
Мне нравится вот эта женская. На скакалочке поскакать, обруч покрутить. Мне нравится на скорость больше. На скорость бегать. Да. Мне яйца кидать начать. Они дают позитивное настроение, и все-таки народ выходит погулять. Как-то. Сближают, семьи становятся крепче. На свежем воздухе здоровый образ жизни – это всегда очень позитивно. Конечно, тут очень сильные команды есть. Поэтому, конечно, мы бы тоже хотели попасть в финал. Да, надеемся. Что больше всего нужно нашим детям? Нашим детям больше всего нужно наше внимание и время, которое мы можем провести вместе. Для этого Схидный корпус и организовал спортивное семейное мероприятие, потому что спорт – это здоровье, и время, проведенное с детьми. На что вы готовы разменять улыбку вашего ребенка от победы в семейной олимпиаде? Я думаю, ни на что. Присоединяйтесь к нам. Это пойдет на пользу не только вашему здоровью, но еще и вашим семейным отношениям. Основні зусилля – це допомога Головному управлінню Національної поліції в Автономної Республіки Крим. Сьогодні на межі з Кримом у нас працює підрозділ, да, і вони будуть допомагати на КППВ щодо затримання і осіб, які сьогодні об'явлені в розшук. А я можу вам наголосити, що сьогодні Головним управлінням Національної поліції Автономної Республіки Крим об'явлено майже 5800 чоловік. Вони всі знаходяться в розшуку. І насамперед на Арбатській стрілці вони будуть виконувати функції по охороні громадського порядку. В першу чергу це функції патрульної поліції, основні функції – це забезпечення безпеки громадян, забезпечення безпеки дорожнього руху на прикордонній території. Всі розуміють, що це дуже непроста територія зараз. Дуже неспокійно. І основна задача патрульної поліції тут буде це виправдати довіру громадян, яку вони на нас поклали. Вже в 16-й раз у Харкові проходить воєнно-спортивна гра «Патріот». Основною метою змагань є покращення практичних та фізичних навичок, а також набуття теоретичних знань, необхідних для майбутньої військової служби старшокласників. Мероприятие в городе Харкове уже проводится 16 раз. Под руководством департамента образования Харьковской міської ради, лично мэра, с участием Всеукраинской Федерации военно-спортивных многоборий. Это мероприятие, которое в себе консолидирует все те навыки, которые необходимы будущему защитнику Родины. Это умение передвигаться на поле боя, это умение ориентироваться, осуществлять поиск диверсионно-разведывательных групп противника, отрывает окопы, демонстрирует элементы самозащиты, показывает строевую подготовку, строевую выучку и сдают теоретические экзамены. То есть это как бы комплексный экзамен на зрелость как будущих защитников Родины. Это мероприятие смотрели представители Министерства обороны Национальной гвардии, и они были, мягко говоря, шокированы тем, на каком высочайшем уровне это мероприятие проводится. И до сих пор еще в некоторых регионах Украины не верят, что действительно мы вот такой пласт работы проводим. Единственный город, в котором проводятся соревнования такого масштаба, они подразумевают под собой два дня соревнований. Из них первый день сдаются нормативы из раздела предмета защиты Отечества, отрывка окопов на время, развертывание отделения в боевой порядок, переползание тремя способами, это по-пластунски, на боку и на получетвереньках. И непосредственно военно-спортивная игра «Патриот». Бег с элементами ориентирования, нахождения секретов и ориентирования по местности. Второй день, который будет завтра, это прохождение торжественным маршем. Далее ребята сдают в составе подразделений учебных одиночную строевую подготовку, теоретические вопросы, сдают тестирование и теорию по разделам предмета защиты Отечества, а также выполняют нормативы по стрельбе из положения лежа из пневматической винтовки. Показательные выступления, рукопашный бой. Этим всем разделом завершается.
Второй год уже участвую. В прошлом году участвовал, первое место заняли. Командная работа, это точно. И ну, та же самая теорию, когда учим, тоже полезные, как по мне, знания. И если все-таки соберусь поступать, скорее всего, в какое-нибудь военное училище там, или заведение, то, думаю, эти навыки очень даже помогут. Я участвую первый год, и мне все как бы нравится. Отрабатываем там рукопашный бой там, или учим теорию. Усиленную подготовку. Прошли более 5000 человек. Второй год в данном мероприятии принимает участие схидный корпус. Нам очень приятно, что мы нашли сподвижников, и они всячески нам в этом мероприятии помогают. Мы сейчас закрываем несколько моментов здесь, помогаем с охраной правопорядка, во-первых. Во-вторых, наши ребята принимают активное участие в судействе, ну, и в проведении там какой-то помощи. И самая основная польза этой игры – это то, что на первую очередь воспитывает в мальчиках что-то мужское. И к тому, чтобы они были в первую очередь готовы защищать свою страну, свою семью и свою родину. Нужно ли нашим детям знать о том, как бегать с автоматом, как преодолевать полосу препятствий и как стрелять? Последние события в нашей стране последних 4 лет показали, что это крайне необходимо, поскольку в 2014 году мы не были готовы к военной агрессии. Схидный корпус вместе с обладминистрацией города Харькова будет продолжать проводить игры патриотов. Присоединяйтесь, приходите, вставайте в ряды схидного корпуса, вместе мы сделаем нашу Украину сильнее. Организация «Східний корпус» проводит мероприятие под названием «Слобожанські вечерниці». Это мероприятие было как бы задумано и придумано нами для того, чтобы, во-первых, все представители творческих профессий, там поэты, писатели, музыканты, певцы, имели возможность донести зрителям, харьковчанам, там, обычным слушателям, прохожим, чтобы они имели платформу для выступлений, во-первых, и во-вторых, для того, чтобы таким образом популяризировать украинскую культуру и нести ее в наши широкие массы. Промінчик сонця засвітив крізь хмари, та колір неба людви здивував. Він раптом бразолійний став. Шли урагани в поле, не рахуючи колони. Залишили нас та пам'ять знання, межу і відрахунку час. Тяжке настане завтра, холодне, стримане відтіль. Вам місяць заграву покаже на ту далеку ціль. Все так незвично, банально, і через день-два тут нікого немає. Цей проект він є сучасний для творчих людей, які можуть проявити, показати себе. Я перший вірш написала 13 років. Це такий, напевно, підлітковий вік, коли душі все так обтяжує. Далі я продовжила писати вже з 15 років. Я живу у прифронтовій зоні, і тяжкий біль окутує твої думки, і буря емоцій просто виплескується в рядках у віршах. Мені просто цікаво наше українське народне творчество, і дуже хорошо, коли его прививают нашим харьковчанам и молодежи в том числе. Некоторые спрашивают, кто это, что это. То есть, в принципе, есть. Причем разного возраста люди. Мы начали буквально на прошлых выходных, прошлое воскресенье, и хотим, чтобы это у нас мероприятие было традиционным, регулярным. Мы приглашаем всех харьковчан и гостей города приобщиться к нашей национальной культуре, к ее маленькой части, которую Схидный корпус организовывает. Каждое воскресенье в 17:00 станция метро «Исторический музей», памятник Ивану Сирку. Мы здесь будем показывать и выступать специально для вас, для всех харьковчан. Три, два, один.
Здравствуйте, индийского намасте, Украина. И от нашей фирмы Bobtoy Education мы поздравляем всех вас. Happy Holi. И благодарим администрацию парка, администрацию города, которые дают нам возможность уже пятый год отмечать этот красочный праздник среди вас. Не будем задерживать. Я думаю, что погода выдержит, или вы выдержите погоду. Будем отмечать до вечера, так потребуется. Happy Holi! Thank you! Фестиваль, який проходить по всій Європі в один і той же день, 19 травня. Полтава долучилася цього року вдруге до фестивалю. Ми зараз знаходимося на локації «Біла Альтанка», а взагалі у нас сьогодні чотири локації. Це «Біла Альтанка», Петровський парк, Сонячний парк і проєкт «Твій простір» біля училища. З 12 години до 10 вечора протягом дня на всіх чотирьох локаціях будуть виступати музиканти. Тобто одночасно сьогодні проходить чотири концерти. День вуличної музики вдруге відбувається в Полтаві. Перше було минулого року. Вже в 11 в Європі, в 5 в Україні. Свято, яке започаткував легендарний литовський музикант, потім воно стало популярним в інших країнах Європи і дійшло тепер спочатку до України, а тепер уже й до Полтави. Цього року виступає близько 50 гуртів-виконавців. Головною родзинкою Дня вуличної музики цього року є виступ оркестру «Полтава». Це було, я ж незабутньо, чудова локація, чудовий звук, люди були в захваті. Ще цікаво, приїдуть, що виступають не лише полтавські гурти, а приїде гурт з Кременчука, з Лубен, з Чутового, з Карлівки і навіть з Краснопутська Харківської області. Я вважаю, що люди повинні об'єднатися в одне ціле і зробити в нашій Полтаві, в духовній столиці, свято і порадіти такому.